Итак, всем привет! В данном видеоролике хочу сделать небольшой видеообзор на модель танка Тигр П. Это Тигр Порше, модель из бумаги, танк в 25 масштабе, издательство ВАК, модель 2006 года. Такой вот арт, изображен сам Тигр, Порше позади него Т-34 подбитая. Так, здесь идет историческая справка о прототипе на польском языке, обращение от редакции, условное обозначение по сборке модели, и уже далее идет инструкция, опять же, на польском языке. И уже идет графическая инструкция, инструкция понятна. Есть здесь также присутствует шаблоны, которые понадобятся для сборки данной модели. И уже идут сразу выкройки. Формат журнала чуть больше, чем А4. Такая вот длина корпуса будет. Непосредственно выкройки. Модель такого песочного цвета с зеленым камуфляжем. Как видите, присутствует антилоскользящее покрытие, такое напечатано. Также напечатаны болты различные. Верх корпуса. Запас цвета. Как видите, я здесь вырезал квадратик. Это я вырезал, когда подбирал цвета под данную модель. Можем подобрать, ну, с черным, серым то понятно, а вот с зеленым и таким вот песочно-желтым надо было подбирать. Из-за этого вот такой кусочек вырезал для подбора цвета. Это детали уже подвески. Детали траков. Траков здесь очень много. Подклеивается на миллиметровый картон и собирается. И здесь получается минимум три детали, общая обшивка, грунтозацепы, данная картонная деталь, она придаст толщины. Как видите, траков здесь очень много. Также вот присутствуют грунтозацепы, опять же идет запас цвета. Детали башни, детали катков. Катков тоже, как видите, много. Здесь очень пригодится ножик кругорежек, циркульный ножик, который я показывал в видео, где рассказывал про инструмент для моделизма. Основная сложность будет вырезать это данные детали. Они, во-первых, будут из миллиметрового картона. И это все надо будет аккуратно вырезать. С этими попроще. Далее снова детали корпуса, детали башни, инструкции по сборке катков, расположение катков, звездочки, сборка траков. Как видите, здесь написано, что деталь 94B наклеится на каждый второй трак. Далее 5 инструкция показывает, что куда клеится. Это небольшой пресс-лист издательства ВАК. И на обратной стороне фотографии уже собранной модели. И видите, модель довольно интересная. Сам Тигр Порше тоже модель, в принципе, редкая. Танк интересный. Такой вот небольшой видеообзор на модель танка. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо и всем пока.